Ни для кого не секрет, что восточный танец требует от артистов высочайшей образованности и зрелищности, и в этом большую роль играет костюм. А костюмы в Амрите рождаются благодаря талантливому модельеру и стилисту Оксане Турлыгиной. Когда-то Оксана сама привела в ансамбль свою маленькую дочь. И незаметно для себя сама с головой окунулась в творческую жизнь Амриты. Именно благодаря ее вкусу и фантазии внешний вид танцовщиц оказывает восхищение. Поток работы Оксаны непрерывен. Заканчивая работу над одними костюмами, она разрабатывает другие, а третий уже проецирует в уме. Скажем по секрету, что участники коллектива в шутку называют ее «крестной феей», потому что из золушек она делает настоящих принцесс.